Российский актер театра и кино Станислав Куроптев, сыгравший в сериале «Воронины», погиб в ДТП с фурой на трассе Ярославль-Москва. Об этом сообщил его друг Денис Гагарин. Куроптеву было 28 лет. Автомобиль Куроптева задел фуру. Актер и водитель фуры вышли на обочину, чтобы обсудить ДТП, но в этот момент в фуру сзади въехала другая фура. Куроптев получил несовместимые с жизнью травмы. Сзади в фуру въехала другая фура и их сбила. «Стас погиб на месте», – написал Гагарин на своей странице ВКонтакте. Актера похоронят в его родной Архангельской области. У Куроптева осталась жена. Станислав Куроптев родился 24 ноября 1994 года. После окончания Ярославского театрального института работал в Ставропольском академическом театре драмы имени Лермонтова. Куроптев снимался в сериалах и фильмах, в числе которых «Воронины», «Кодекс чести 7», «Специалист», «Заповедный спецназ» и других. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.